Новая летняя эстрада, как в поселке Абрау, ярким белым пятном украсит въезд в город и станицу Анапскую. Этого обновления давно ждали. На предложение реконструировать концертную площадку откликнулись все станичники. Помогают нам в этом деле порядка 30 предпринимателей, 30 застройщиков. Люди с радостью идут на то, что помогают материалами. Бетоном, опалубкой. Я думаю, что 22 числа мы к дню станицы не успеем сделать покрытие и сделать сцену уже полнообъемной. Но сверху уже будут стоять фермы и чествование всех, кто нам помогал. Гвоздем, шурупом, молотком, бетоном, большим объемом, малым объемом. Всех наших строителей мы будем чествовать здесь. Новую площадку начали строить в начале лета. Помогали все, к кому обращались за помощью и стройматериалами. Анапчане и станичники серьезно отнеслись к благоустройству парка. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа регион.